Ну, у нас всегда в России главная идея была миссия нашей страны. Каждый российский, русский человек понимал, что у России другое будущее, и своим будущим, своей жизнью мы показываем всему миру пример. Я думаю, вот это может быть национальной идеей России. А сейчас, если вы видите, что у нас происходит в стране, последний год у нас все стали патриотами, все стали за Россию, и вот этот такой вот подъем, мне кажется, он может как раз вот в такую национальную идею вырасти.